игра была на самом деле не такая простая, как кажется, по счету. Были моменты, когда могли пропустить, там ребята хорошо играют в атаке, и были у них моменты. То есть, если бы мы не забили где-то там третий, там второй гол и пропустили бы, то были бы большие проблемы у нас. Ну, сегодня и вам, и Максу Кицуну в одном из случаев удалось так продавить оборону соперника. У вас был хороший проход, там бросок верхом. Как удалось отличиться, расскажите. Ну, хороший своевременный пас получил от Шевченко Сани. И там один в один вывалился защитником. Он так сыграл как-то, ну, не очень удачно. Получилось его обыграть, но там уже верхом бросал. Все. Ну а гол Артема Чернова. Артем у нас настолько на опыте, что может забивать голы, уже даже не бросая в сторону ворот. Ну, Артем у нас мастер, конечно, признанный. Самонаводящаяся шайба у него там какая-то или клюшка. Молодец, да, здорово сыграл. Что скажете по следующему сопернику? Что ждем от следующей игры? В гости приезжает Пермь. Ну, насколько, если сравнивать с тем, как мы играли у них в гостях, очень активная, агрессивная команда. То есть будут идти бить, надо держать будет удар, готовым быть и плотно сыграть в обороне в своей зоне, ну и создавать там в атаке где-то, может быть, попроще начать с бросков. Все, будем биться. Сегодня хорошая сатисфакция получилась за предыдущий матч с «Нефтяником». Там разобрали, что все-таки с «Альметьевском» не вышло? Ну, разбираем, да, мы все игры разбираем, конечно. Но получилось просто сегодня забить. В принципе, у нас и в прошлой игре было достаточно моментов, но не шла шайба в ворота. В этом, наверное, наша главная была проблема. Ну и в обороне сыграли пожестче, построже. Вот и результат налицо.